мне кажется, сила в каждом из нас. Но просто нужно верить в себя. Ручка откроет. Ну что, все девочки уже распаковали свои подарки от Зарины, но моя коробка меня дожидалась, несмотря на то, что я так сильно опоздала. Так, не открывается. Это футболочка, да? Огромная, круто, как я люблю. Это я, из Influence. О, масочка, это завтра пойдет у нас, да? На самом деле все, что нужно, правда? О-о-о-о, это я? Нифига себе! Это фотография со времен, когда у меня были еще длинные волосы. Мы снимали на берегу океана. Был дикий холод, но я улыбаюсь, я сейчас. А, подожди, ты меня снимаешь уже? А я заберу эту коробку с собой домой. Ребята, смотрите, пришла в свою комнату, а здесь Интибай, вот Зарина. У нас здесь будет 4 девочки. Они так знали, что я не могу спать без маски. Сейчас мы пойдем с вами в ванну, приводить себя в порядок. Блин, такие крутые подарки! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю подарки. Эта фотография, да, помню. Фотография была сделана в Нью-Йорке во время пандемии. Мы поехали снимать на природу, потому что в Нью-Йорке вообще нельзя было находиться на улице. И мы снимали кампейн такой вот на океане. И, кстати, фотография из этого же кампейна, но другая попала на билборд Times Square. Прикольно. Причем я сама стилизовала, я сама делала макияж, волосы, сама все эдитила, короче. И вот такой вот у меня человек-оркестр. Мой собственный кампейн по конкурсу. Я очень горжусь этим, потому что это не просто реклама, а я все сделала от нуля до конца. Я только рассмотрела, что здесь на крышке коробки. А вы знали, сколько этой фотографии лет? Лет 9, если не соврать. Что тут у нас? Для красоты, для ранних просыпаний. Вот это мне точно сегодня пригодится. Все, короче, утром я буду красивее, чем сейчас. Ну и, я так понимаю, мне надо завтра переодеться. Это хорошо, как раз белую футболку я с собой не взяла. Так, здесь фотография, которую я сделала в Париже. Черт знает сколько лет назад, но я очень люблю этот снимок, поэтому интересно, что Зарины выбрали именно его. Welcome card. Маша, привет, добро пожаловать в Дубай. Ближайшие несколько дней будут не только очень красивыми, но и насыщенными. Поэтому мы собрали для тебя Welcome Spa Box, который поможет тебе восстановиться после перелета и подготовиться к съемкам. Актуально. Так, здесь у меня роллер с кварцем. Здесь у меня гуаша. Мне кажется, только это и сможет привести меня в чувство. Здесь все для того, чтобы я выспалась. Шелковая резиночка, прелесть, очень красиво. Так, увлажняющая маска и патчи для глаз. Их мы налепим с вами прямо сейчас. Что надо делать еще? Итак, я мастер распаковок. Сейчас буду распаковывать пакет Зарина. Ха, да, здесь что-то, чем мне давно пора заняться. По-моему, здесь меня заставляют заниматься спортом. Спортом. Какой красивый цвет, невероятный. Обожаю этот цвет. И здесь футболка. Футболка цвета авокадо. Так она тянется приятно. И худи. Мне кажется, в этом нужно просто лететь обратно в самолете. Идеальные костюмы для самолета. И брюки в тон. Вау, какой красивый графитовый цвет. Господи, мне давно нужны были хорошие новые спортивные штаны. Кстати, этот цвет мне тоже нравится. И вообще, интересный факт обо мне. Вот у меня очень яркий инстаграм, но мой любимый цвет в целом, это, наверное, асфальтовый. Так, ну и здесь у меня бутылочка для воды. А ты видишь мой глаз через бутылку? Кстати, с ней можно пойти на пляж. Сил у нас. Все, ну хватит меня уже снимать, я спать.
пришли тут ко мне посылки снимать, значит, когда я спала. Я уже не перестраиваюсь обратно. Ложный бодрячок – это определение состояния, но не моего. Сейчас человек, который боится высоты, стоял на каком-то тонюсеньком парапете в пустыне с бензиновым ветродуем в лицо. Привет! Взаимный подъем. Привет, ребята. Ну что, я жива?